Хай, дорогие друзья, всем здорово, с вами по-прежнему Такс, и мы сегодня играем в игру под названием «Найди скин в CSGO», и сегодня у нас чувак с ником АК Гудзен ищет скин, ищет нож. Здорово, Гудзен. Здорово, братан, а.к.а. Гудзен. А.к.а. Гудзен представляет, йоу-йоу, кау-кау-кау, настоящий рэпер, спрячься в эту будку и отправь свою камеру вниз, потому что сейчас я отправляюсь спрятать... О, ты ДПшнулся, лол! Давай-ка обратно, давай-ка вот к дереву. Вот, у меня такая же сейчас реакция была, вот. Не, туда не заходи, окей? Почему? Ну ты ДПшишься снова. Ну и чё? А я пока прячу ножик, смотри, я вот сейчас его спрячу. Я вот его сейчас скину. Я его скинул, ты можешь отправляться искать. Ты скажи нам, как тебя зовут, откуда ты, кому привет хочешь передать. Меня зовут Никита, я из Питера. И хочу привет передать моей маме. Ну это нормально, это нормальная тема, да. Мама, я в Ютубе, как говорится, да, мама, я в телевизоре. Где учишься там, скажи хоть, что о себе. А, Питер колледж, иду на сварщика. А, ну, слушай, ну, нормальная тема, у меня тоже друзья ходили на сварщика и сейчас неплохо зарабатывают, на самом-то деле. Оказалось бы, ну, сварщик и сварщик. Сварщик, парень работящий, ну, мы начинаем уже кейс открывать, пацаны. Свой собственный кейс, 10 раз, братан, 3000 рублей мне все это обходится, богатство, и, надеюсь, богатство я свое увеличу, но мне ничего не падает, и это очень плохо, это очень хреново. Это нереально хреново, пацаны, ладно, давайте тогда закинем все вот это. Вот это вот закинем, есть два ножа, ну, блин, я хочу их забрать, конечно, просто я жду момента, когда я могу их забрать, но засунуть ли мне их в контракты? Короче, если все будет плохо в сегодняшней серии, то я их обязательно засуну. Братан, как у тебя успехи? Может быть, ты уже сразу нашел ножик? Да не, нихера. Нервничаешь, скажи, сильно? Да до хрена не, ничего. Под мухи потеряют, жопа горит. Ножик стоит хороших денег, ножик стоит 6000 рублей. Это 100 долларов грёбаных, срать их. 100 баксов, братан, стоит на кону, за 10 минут ты можешь заработать 100 долларов. Если найдешь, что с этим сделаешь? Если найду, бля. Даже не знаю, куплю порнухи на Бразес. Зачем она платная нужна тебе? Там качество на самом деле ничем не отличается от бесплатной, я тебе так скажу по секрету. Ну тогда... пробухая. Ну, вот это нормальная тема, вот это я понимаю, да. Ну, вам это не рекомендую, пацаны, если вы тем более молоды. Тебе сколько вот лет? Мне 20-ка. А, 20, ну слушай, ты мне на год младше всего получается. Блин, 98-й год получается, да ты? Да. Понятненько, понятненько. Так, ну окей, ладно, открываем тогда. Два раза, тайны. Попробуем что-нибудь выбить. А какой у тебя там баланс? Баланс 229. Почти 228, но нам неплохо что-то падает, в принципе, сейчас можем что-то сконтрактить, еще у нас есть два ножа по 6700 и по 6500, поэтому у меня еще сегодня есть страховка, да, есть страховка на сегодняшний случай. Давай, пожалуйста, прошу, плес! Ну, косарь, ладно. Похоже, небеса хотят, чтобы я сделал немного по-другому. Похоже, нужно поступать иначе. Похоже, нужно продавать вот этот ножик. Хотя я хотел его давненько забрать. Уже второй день пытаюсь забрать, и все как-то у меня... как-то не получается, как-то я забываю. Там вот эти 5 минут проходят, а я вкладку закрываю. Я вот прям безалаберный, не знаю почему так у меня получается. Я не успеваю с CSGO TM, получается. Это сейчас связка же все у нас сайты. Не могу я вот так вот это все... Окей, давайте тогда откроем что-нибудь поинтереснее. Например, конечно же, нет, это вот говно. Зачем оно нам нужно? Премиум кейс, 7400, погнали! Братан, кейс за 7400, ты понимаешь, как... Сколько? 7400. Нихуя себе, я столько денег в жизни не видел. Братан, но у меня есть хорошие новости, они немного плохие, блин, сука. Выпали как бы перчатки. Выпали перчатки, но они стоят меньше, чем стоит сам кейс. Это хреново, это ужасно. Это реально хреново, это ужасно. 10 раз тайно придется нам открыть, зайти в контракты. Ну, есть неплохой улов. Мы его оставим, а остальное мы скрафтим. Вот так вот. 18 тысяч, потому что я понимаю, что я больше не получу. Ты нашел ножик, нет? Не-не-не, я тебе сейчас охеренную историю буду рассказывать. О, давай, вот охеренную историю мы любим, пацаны, обязательно давай. Ну, короче, как-то в 5 классе мы купили бодяры. Купили за пивона. Ну и, короче, пока друг отошел, мы туда насали успешно. И потом все вместе хлебали водку с запионом, с мочой. А, то есть забыли, что насали? Да. Брат, это... Это, конечно, охуенно было. 5 класс запомнит.
Нет, ну я понимаю, у меня в пятом классе тоже, наверное, истории наберут. В пятом, хотя в пятом, сука, это слишком мало. У меня такие истории, может быть, в седьмом только пошли, возможно. Но в пятом, мать вашу, что вы там, питерский хардкор какой-то устроили, пацаны, это совсем. Ну как вы могли забыть, сука, что вы туда нассали и все запивали? Ну ты... Ну, ебать, что? Что там? Керамбит убийство, 15 тысяч. Нихуя себе. Это не то, чтобы нихуя себе, это охуеть, как нихуя себе. Это сколько водки можно купить? Братан, это сколько можно мочи выпить? Я не знаю, что могу сказать по этому поводу, но это... Это неплохо. Это очень хорошо. 15 тысяч сраных, мать. Дядя! Знаешь, что нашел, да? Я вижу, ты стоишь у розового контейнера, у тебя нож в руках. Да. Патина? Эйшёне! Братан, ты его забираешь, сегодня я тебе его отправляю, но у меня сегодня ножики покруче. У меня выпал, мать его, керамбит убийства. Я здесь победитель, понимаешь, да? У меня нож. Я вот думаю, забрать, не забрать керамбит убийства, забрать или продать. Ну, думаю, что если... Два ножа, может, попробуем два ножа, пацаны, забрать, ну, может быть, а? Ну, может быть, я понимаю, 15 тысяч, он красивый нож, но керамбит убийства. Нет, я его оставляю, я его просто заберу. И никаких вопросов не может быть, я просто заберу керамбит убийства, я не хочу рисковать. Я сейчас открою с вами случайная тайна, попробуем еще на эти деньги что-то повыбивать. Возможно, получится, возможно, нет. Но керамбит убийства — это жестко. Я хотя не верил, что можно получить в таком контракте такую приличную сумму денег. Вот просто не верил, и оно получилось. А когда пытаешься и веришь, оно не получается. Как-то это странно совсем. Ой, давай, у меня я прям... Я ощущаю историю. Давай. Смотри, короче, твои истории внесут неудачу, давай. Как-то в классе шестом или в пятом, опять же, мои супер-друзья-долбоебы начали дрочить на старую русичку. А сколько ей лет было? Ну, примерно. Ей-то под 60, наверное, такая уже. Ой. Где там все вистело? Я бы понял, если бы 40, но вот когда ты мне это сказал, я прям, мне как-то ж передернуло, мне как-то ж... Фу, не по себе, ребята... Ой, ужасная история, мне выпала не менее ужасный дроп. Братан, ну у тебя истории, конечно, блин, питерский хардкор, действительно. Вот, пацаны, вот вы если из Питера, ставьте обязательно лайки. Вот такие истории я люблю, вот когда у нас вот просто вот так вот. Неплохо падает, слушай, вроде есть что-то интересное. 3000 рублей, отлично, продаем, обязательно. Давай. Три раза открываем случайная тайна. Let's go. Давай. Плес. Щелкунчик, Сайрекс, Battlestar. 2200. Неплохо. Хочу что-нибудь пожестче. Чей бы кейс открыть? Габена, давайте откроем кейс. Хотел ютубера, но решил Габена открыть. В контракты. Все это в контракты засовываем. Создаем контракт. Давай. И у нас происходит антракт. Нет, антракт не происходит, окей. Братан, ну в общем, я тебя поздравляю с ножиком. Действительно, мне кажется, ты его пробухаешь, судя по твоим историям. Мне кажется, ты продашь этот нож и пропьешь его. В общем, пацаны, если хотите поучаствовать в сегодняшней вот такой вот... Не в сегодняшней, а в следующей, точнее, господи, я уже прям... От этих историй, от такого дропа, у меня аж крыша поехала немного, давление подскочило, пацаны. Но просто, реально эпичная серия, однозначно лайк, пацаны, однозначно. Если хотите участвовать, ставьте лайкусики. Не забывайте про комментарии. Любой рандомный комментарий, ты можешь стать участником моего шоу. Неси свои охренительные истории, и все будут рады. До скорых встреч, пока!